Че, всем приветище. Приехали мы сегодня с Виталькой побродить. 30 января. Предпоследний день закрытия. Завтра закрытие. Не знаю, завтра если поедем, то хорошо. Если не поедем, то плохо. Лучше поехать. Короче, приехали, сейчас побродим. Витальку я высадил там дальше метрах 300. На номер он сейчас встанет. Попробуем. Здесь березнячок мы сейчас протолкнуть. Может, кого-нибудь и посмотрим. Ладно, что получится, давайте смотреть. Нахрен я этот рюкзак с собой таскаю постоянно. Кто бы мне сказал. Может, чтоб в спину не дуло. Блин, у меня очень хорошее предчувствие. Он должен тут быть. Хотя может обмануть. Не, нахрен, вот здесь пойдем посередине. Пусть выскакивает сюда. Оп, оп, оп! Вот это да, навалило снежку, будь здоров, фух, бы хоть палки брать, бля. Давай попробуем, как говорится, удачи это по-другому не видать. Так, говоришь, туда и сюда, ты хочешь здесь по полю пройти и я туда зайти. Пройдусь, зайду, ну метров 200 хотя бы пройду. Кстати, можно ход конем, если сделать, можно попробовать тогда вдоль берез пройти. Поорать, вот он тогда может и по бурьяну пойти сюда. В поле-то он точно не пойдет, он не дурак. Ну, я могу даже, кстати, просто пойду краем назад и буду орать. Я имею в виду тем краем, ну, по березкам, но... Давай. Ну, давай попробуем. На встану крикну. Виталя пошел загонять. Да, погодка сегодня, конечно, сказочная вообще. Вот она тропа. Вот на лыжня. На лыжню, значит, контролит. Нам сейчас будет стоять. Обязательно. Лайфхак. Лыжи ставим. На лыжи встаем. Стоим удобно, на твердом. И двумя ногами. А если сейчас в снег прыгнуть. Стрелять, кстати, удобнее намного на ногах, чем на лыжах. Может радиуса поворота не хватить. Прием. Ну все, можешь начинать. Все, я на месте стою. Подошел. Не нужен. Угу. Есть свежий свет. Стой тихо. Прием. Прием. Это очень хорошо. Стою тихо. Давай, можешь там горланить во всю Ивановскую. Ну да, слушай. Либо сейчас на поле выйдет, либо в обратную сторону. Сейчас я прямо на самом краю поля. Ну в кустах еще. Ну маленько начинается заворачиваться, сука. Вернее, почти. Давай попробую сейчас ближе к полю перейти тогда. Ты уже почти рядом со мной, блин. Я зашел, еду сосной. Вот из нас тут маленький. Небольшой сделал. Не пугай. Блядь, метров 60 до меня не дошел. Давай я сейчас зайду тогда, ну туда. Ну сейчас вставай, потому что пугай. Может, может, он может уже прошел. Давай попробуем. Даже не как будто. Ага. Прием, еще раз, не слышал. Тихо, тихо, он у меня. С такой стрельбой придется в угоде ехать, как в анекдоте про Петровича и кроликов. Прием, короче, он в поле сейчас пошел. Я его догнать не догоню, сейчас я за ним тогда пойду. Стой там где-нибудь. Вот так вот. Просто не успел и не вовремя. Ладно, мы его еще на круг загоним. Мы не гордые. Маленький, правда. Зато белый. Фух.
Так, ладно. Нехрен тупить. Пошли смотреть. Прием еще раз. Короче, это, смотри, я сейчас по следу пройдусь. Ты выходи сюда, чтобы тебе поле было видно. Я пройдусь по следу, и там я скажу дальше, куда он дернул. И этот звук блям-блям-блям означал то, что батарейка на телефоне, примотанном к моей голове, на которой я снимаю, сдохнет через несколько минут. Так что оно и случилось. В итоге заяц перебежал через дорогу, чуть не попал под машину. Водила джипа нам там посигналил. Удрал на другую сторону, залег в куст. Там мы его в итоге вытолкнули с этого куста. Но он посреди поля умчался опять через дорогу. Короче, в итоге мы за ним часа три гонялись, так его и не догнали. Потому что он потом удрал в такие дебри, что уже просто нереально было его там вытропить.